Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свою покупочку вот такого вот зефира, который я приобрела в магазине Рошен. Вот такая вот упаковочка красивая, бумажная. Сейчас посмотрим, сколько же он мне обошелся. Во сколько? Рошен 30 гривен 42 копейки. Цена за килограмм 65 гривен. Вот такая вот красота. Зефир. И я сейчас хочу открыть и посмотреть, что же там. Приступим. Распаковочка. Распаковываем. Смотрим. Здесь получается вот такие вот розовые зефиринки. Очень мягкий зефир такой. Пахнет сильно. Я надеюсь, очень вкусно. Я еще не брала в магазине Рошен такой зефир. Очень хочу попробовать. Я думаю, он вкусный. Я очень большой фанат зефира. Все люблю, все, что связано с желе. Где присутствует желе. Вот. Сколько же штучек вышло? 12 штучек вышло на 30 гривен 42 копейки. Вот так вот.